Бәрі балыз жақ алатын чымды. Мипе бұттар қалқып қайда көчі. Біз менен жолға чым, жолға сықырду. Жүрігіп шама, шашыла. И вам доброго утра, ребята! Сегодня будет замечательный день. Знаете почему? Нет? Тогда я вам сейчас все расскажу. Сегодня в клубе будет грандиозный праздник. День рождения конвенции о правах ребенка в Кыргызстане. Она уже совсем взрослая. Ей исполняется целых 20 лет. Мы с друзьями подготовили целое представление. Настоящий спектакль. И покажем его всем-всем. И взрослым, и детям. Аглай, ты уже встала? Ой, мама зовет. Наверное, мое платье для выступления уже готово. Его мне мама шьет. Идем скорее, посмотрим. Доброе утро, мамочка! Доброе утро! Садись за стол. Завтрак уже готов. А где же мое платье? Аглай, я должна тебе кое-что сказать. Что? Платье не получилось? Нет, оно просто замечательное. Ух! А где же оно? В зале его тоже нет. Аглай! Да, мама! Не торопись. Завтра к нам гости приедут. Дома столько работы. Мне помощь нужна. А как же концерт? У меня ведь есть право на отдых. Я в конвенции об этом читала. А еще у тебя есть домашние обязанности, которые выполнять надо. Сначала труд, а потом отдых. А если я не успею? Успеешь. Вместе мы все сделаем быстро. Пора начинать репетицию. Ну что, все в сборе? Аглай еще не пришла. Что-то опаздывает. Я устала. Посуду помыла. А столько еще дел впереди. А ребята, наверное, репетируют без меня. Аглай! Мама зовет. Надо идти. Ну и где же Аглай? Мы ее уже 2 часа ждем, а ее все нет. Может, что-то случилось? Ага. Платье выбрать не может, наверное. Нет, ей мама платье красивое сшила. Я знаю. А вдруг она заболела? Ой-ой-ой, только не это. И ей нужна наша помощь. А мы тут сидим и ничего не делаем. Тогда решено. Идем к Аглай и узнаем. Животных накормила. Двор подмела. Как же мама все это одна делает? Тяжело ей, наверное. Аглай, привет! Ребята? Привет! Ты почему на репетицию не пришла? Скоро же выступление, а мы нашу сценку еще не подготовили. Я не могу. Сначала мне маме помочь надо. Почему? Завтра гости приедут.
Столько всего надо сделать. Ну как же концерт? Наше выступление! Помогать взрослым и работать как взрослые – это разные вещи. И у тебя есть законное право на отдых. Право на отдых? А такое тоже есть? Да! Право на отдых, досуг, право участвовать в играх и праздниках, заниматься искусством. Ого! Ничего себе! Вот, смотрите! Об этом в Конвенции о правах ребенка написано. Статья номер 31. Многие дети вынуждены работать, как взрослые. И это неправильно. И очень вредно для здоровья. Дети много болеют и плохо растут. Не могут учиться в школе. Это же ужасно! Да! Поэтому каждый ребенок должен знать, что у него есть право на отдых и досуг. Какое хорошее право! Мне оно очень нравится! Мама сказала, сначала труд, а потом отдых. Когда я закончу, могу пойти на концерт. Да, маме тоже помогать нужно. Что же делать? Нам бы еще подготовиться. Идея! А давайте поможем Аклай. Мы все вместе все быстро сделаем. И время на репетицию останется. Вот ты здорово придумал. Я бы так не смог. Как ты быстро справилась? Молодец! Мне друзья помогли! Ну раз так, значит пора воспользоваться законным правом на отдых. Право на отдых! Статья номер 31! И ты всегда носишь ее с собой? Да! Смотрите, тут даже моя фотография есть, как в паспорте! Круто как! Я тоже такую хочу! И я хочу конвенцию! Все, срочно пишем конвенцию о правах осликов! И черт, самым главным правом для осликов будет право на отдых и на морковку! Аклай, платье в шкафу висит, переодевайся скорее! Ты такая красивая! Да, очень-очень, как настоящая принцесса! Спасибо вам, ребята! Я так рада, что смогу сегодня выступать вместе с вами! Все, хватит время зря терять! Бежим репетировать! Вперед! Чуан, волсуда! Мен урдасам, куана, тайлана!
отмечаем замечательный праздник. Вот уже 20 лет в нашей стране живет Конвенция о правах ребенка. Ура! Ура! Уже 20 лет она помогает мальчикам и девочкам. И осликам тоже. И я хочу, чтобы с каждым днем все больше детей узнавали о своих правах. Поэтому сегодня я торжественно вручаю эти именные конвенции всем своим друзьям. Ура! Ура! Спасибо! И пусть теперь конвенция будет всегда с вами! Вот круто! Здесь моя фотография! Здорово! Спасибо тебе, Марат! Теперь мы будем знать о своих правах. И будем всем о них рассказывать. И это правильно. Ведь о своих правах должен знать каждый ребенок. Ура! 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 Жаши